вроде все сделала, все приврала, все сделала, урожай нормальный, все хорошо. Гуляла, ездила много куда гулять. Ну, вот в Апатитах, допустим, там теплее, чем здесь. Ой, я даже не знаю. В основном дома сижу. Что успели сделать за теплые дни? В лес походить, наверное, только. Тогда рассказывайте, какой урожай собрали в лесу. Неплохой. Грибы, ягоды? Грибов насобирали, да. А так мы были в отпуске, приехали. Что хорошего? Много работы было у меня. Так, вот весь теплый сентябрь прошел. В трудах и заботах. В лесу гуляли, хорошо на природе, солнышко светило. Хорошо, что на севере такая природа. В лес ходила за грибами. Чуть медведя не вспомнился. Да, вы что? Да. Как это было? Это было страшно. То есть вы его видели? Нет. Ну вот у меня знакомая рядом шла и видела его. Вот это теплая осень. Да. Знаете, я осень очень люблю. Она всегда хорошая. И холодная, и плохая. Ну, красиво. И город красивый. То есть осенняя хандра, осенняя депрессия вам не грозит? Нет, наоборот. Вот когда вот этот листопад, мне очень нравится. Вот. Город чистый, убирают все, молодцы. Очень красиво. Осень очень красивая пора. Нет, не соскучилась вообще. Зиму очень любим. Пусть приходит. У нас тут хорошо зимой. А по зиме успели соскучиться? По снегу, по нашему? Нет. Нет. Лето и осень. Все такие лучше. Ой, вы знаете, не соскучилась. Я уже тут 41 год, 42-й, так уже надоело. Соскучилась, да. Все-таки вот на горах снег выпал, уже кажется, вот, ну все, снег сейчас будет. Уже скучаешь. Конечно, конечно. Есть какие-то особые планы на эту зиму? Что-то сделать такое, не знаю? Планов таких неземных нету, потому что работа, дом, как бы. Но покататься на лыжах обязательно пойду. Нет, я хочу обратно лето, я еще не успела отдохнуть. Пусть погода постоит еще. Да. По нашей северной зиме, по нашему снегу уже успели соскучиться? А, по снегу? Да, в общем-то, я это спортом-то не занимаюсь, на лыжах не хожу. Поэтому тоже даже дома в основном по делам так. Ну, то есть вы в основном сидите дома, поэтому дела. Какое время года не так и важно? Да, не так важно, в общем-то. Хорошо бы. Люблю зиму. Но не очень холодная. Но зиму тоже, видимо, проведете в трудах праведных. Работа, еще раз работа. С 1 декабря отпуск, и там оторвемся.